Так я им и поверил. Ну, благо здесь подсвечиваются некоторые вещи. Ну, здесь вот тоже что-то у нас. Блин, я думал, бумажка какая-то. Причем женский. То есть, под подозрение попадает половина дворянок Парижа. Может, слуги его узнают? Может, это какой-нибудь гомик, я не знаю, который женскими платками. Ну, что тут может еще быть? Смотрите. Так, я не вижу, тут что-нибудь подсвечивается или мне самому искать? Ну, давайте поищем. Ну, вот меня смущает вот этот вот... Вот что это такое? Надо взорвать. Ладно. А, подождите. Один из трех почему-то. Странно. Здесь ничего у нас нет. Ну, вот дверь какая-то тут. Так, а что с ней поговорить-то надо? Я не знаю, зачем. Ты здесь никого не видела? А, ну да, точно. Только слугу. Он впустил меня, но не поднялся наверх. Это при тебе. Других слуг не видела? Нет, никого. Ой, что я сделал, блин? Подожди, стоп. Сейчас. Нет, подожди, сейчас она еще что-нибудь скажет. Про слугу. Ты здесь никого не видела? Только слугу. Так, вот там что-то еще внизу. Он впустил меня, но не поднялся наверх. Или что это такое? Это при тебе. Других слуг не видела? Нет, никого. Ну вот, ходил ли он наверх, никак не узнаешь. Следов взлома не видно. Убийца был ему знаком. Возможно, гость или слуга. Да. Скорее всего. Почему до сих пор один из трех? Что за фигня? У него была назначена встреча. С кем? А, все как-то. С Кимаром. Вот, наверное, это не улики были, а так просто. Так, ну что, у нас что-то новенькое появилось, да? А, ну можно вот так нам сделать. Собственно говоря, а чё я, как лох. Это пожалуйста. Орлиное зрение нам помогает. Я забываю просто про него. Яд. Дай его мне. Аконит. Сразу не различишь, надо знать, что ищешь. Выбор тамплиеров, да? Любого, кто хочет скрыть убийство. Ну да. Эх. Так. Чё? Ой, а зачем? Подожди. Так, стоп, не понял. А это что такое еще? А зачем ее обвинять? Удерживайте, чтобы обвинить. Давайте не будем, зачем? Вроде нормальная девочка. Ладно. Давайте пойдем к ассасинам. Ну хрену за это, может и надо обвинять. Ну ладно, пошлите, сгоняем, сейчас посмотрим, что нам дадут за это. Что будет? Так, надо их осмотреть. Может, у них что-нибудь ценное будет. Перевязка какая-то. Говно всякое дают. А, шутиха. Или как, я не знаю, читается правильно. Лента. Еще что-то должно быть, нет? Дымовая бомба. Ну, нормально, что я могу сказать. Так, а вот там кубок какой-то еще. Блин, а что это? Кафе, театр. Ага. А, ну вот, смотрите, говорить. Да ну, не будем обвинять нашу девочку. Так. Ага, вниз, да? Ну все, мы пришли. А сейчас здесь закупимся, наверное. Так, а где наш тут друг стоял? Ну ладно. Погнали.
Загрузка. Угу. Так, ну что? Вот он. Привет. Привет, Арна. У тебя скидки есть? Так, что, расходные материалы? Ага. Расходные материалы, ядовитый газ. То пока как все закупить? Во, восполни... Офигеть. Так, нет, будем чисто. Значит, что мы делаем? Дымовые бомбы. Дымовые бомбы, дымовые бомбы. Ну... А, да всего 10 стоит. Ой. А, ну да, это да. 5 дымовых... Все, 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 я уже понял. Так, вот это вот штуковина, я забыл, что это. Ладно, кошелек. Так, привлекает толпу, ну это ладно. Боеприпасы для пистолета и винтовок. А, ну давайте еще купим. Все купим. Так, дальше. Лекарства. Ну, это по-любому надо все покупать. Отмычки. Ну, в жопу эти отмычки, в принципе, я считаю. Давайте одну купим, я не знаю. Ну, у меня... Я не смогу взламывать. У меня не часто бывает 60 FPS. Там лучше взламывать, когда 60 FPS, насколько я знаю. Ну, точность возрастает. Это что, призрачный клинок? Офигеть, 1000, давай, офигели. А что это такое призрачный клинок? А, да что он такой дорогой? Ну, давайте 3 штуки купим. По сотке стоит. По 200 даже. А хотя куда нам бабла копить? Ну давайте еще купим один. Все, можно в принципе все закупиться. 1000. Ну давайте все уже тогда закупим. Че я туплю? Так, ладно, все. А, и давайте смотреть, что там навыки. Ближний бой, незаметное здоровье. Так, здесь у нас то. А вот снаряжение, оружие, снаряжение. Вот. Пояс. Так, что мы имеем? Вот, нам нужен боезапас. Нам нужен боезапас. И чтоб подешевле. Ну вот, например, вот это. Так, а у нас что сейчас стоит? Вот это, да? Так, дополнительный боезапас. Это нам не надо. Вот это меня интересует. Дополнительные дымовые бомбы. Типа у меня сейчас дополнительные шутихи. А что такое 3, я не понимаю. Это столько будет или что? Или настолько увеличится? Так, ноги. Шум от бега. Костюм. Так, это нам не надо. Так, ноги. Вот тут что-то написано про здоровье. Какие-то они все ссаные, не очень круто. И незаметность. Блин, нафига мне все надо? Защита головы. Что тут у нас? Зачем? Во! Дополнительное здоровье. 1600. Что-то еще есть. Мне со здоровьем интересует. А, подожди, так у нас... Так у нас есть дополнительное здоровье. Это нормально, что? А тут 3 ОЗ всего. Но я понял, кажется. Защита... Пояс. Это, наверное, знаете, что? Сейчас скажу. Вот это вот. Это, наверное... Так, сколько у нас тут? Дополнительный боезапас. Ага. Так. Взломать. Что это такое, значит? Как отменить ее просто? Блин, я манал, как это самое? Блях, муха, что я сделал? Зачем я это? А, ну вот, я отменил, наверное. Да фиг его знает. Ладно, я не очень в этом понимаю. Чё-то мне как-то неохота даже разбираться. Он не очень прокачан у меня ассасин. Так, что тут у нас есть еще раз? Дальность боя. Можно что-нибудь приобрести так-то? Ладно, срать, в принципе.
Не очень я в этом понимаю. Так, подождите, еще кое-что. Блин, не по навыку, по снаряжению. Так, а вот еще что-то, защита груди. Вот что тут у нас? Семюзе. Это 5. Стойкость лучше. А, ну это купали. Так, пояс вот сейчас еще кое-что тут гляну. Например, вот последнее какое-нибудь, вот это. Но они не крутые. Вот это крутое. Ну, это 125 тысяч. Но вы упали. Ну, оно нереально не круто. Ну, если бы плюсовалось, например, да, а то, ну, что это такое? Ну, блин, ну, это что? Дымовая... Дополнительные дымовые... Что такое боезапас? 2. Что это 2? К чему это вообще? Я лично не понимаю. К чему 2? 2 что-то. Что такое 2? А, ну вот, мы закупили все. Плюс 2, что ли? Ну, так бы и написали. А то какая-то хрень, честно скажу. Не очень понятно. Лично мне вообще непонятно. Так, ну что, идем к нашему совету. А, глобус месье Дориан, можно? Чем я могу помочь? Мирабо мертв. Мертв? Убит. Я знал, что это перемирие добром не кончится. Я созову совет, чтобы разобраться. Элиза невиновна. Клянусь жизнью. Прошу, дайте мне еще немного времени. Я найду убийцу. Хорошо. У тебя есть время до завтрашнего утра. Мирабо отравили аконитом. Аконит? Стоит ли мне напоминать тебе, что это излюбленный яд тамплиеров? Не надо. Где можно достать аконит в такой концентрации? Врачи прописывают микстуру с аконитом. Я и сам принимаю настойку для сердца. Его распространение ограничено. Но я знаю аптекаря в Море, который склонен закрывать глаза на подобные законы. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Так, стоп, а куда нам? Мастер Кимар знает жиликоватого аптекаря, который специализируется на сомнительных лекарствах. Это что такое? Текущий ранг. До 100 тысяч нам еще до хрена. Так, все, да, закрыть. Ну все, поговорим сейчас. Только надо быстрое перемещение, наверное, делать. А, не, стоп. Так, ну ладно. Так, а чё это? А, можно обвинить кого-то, ни хрена. Да ну нафиг, я честный. Точнее, я буду справедливо. Эй, Арно! Я не такой буду, не такой злой. Не такой наглый. Чтобы кого-то... Увлечить или что там было написано? Так, ну что? Вам сейчас с аптекарем надо поговорить будет. Блин, пофигеть, все-таки нам куда-то там перемещаться надо будет. Так, вот почему-то здесь нельзя переместиться. Ну ладно. Вот это полезная вещь, наверное, сколько там? 200. А, ну вообще не обязательно эту новую штуку ставить. Маркер. Так. Да, нафига нам эти лестницы? Мы так нафига можем забраться. Хоп. Все, погнали. Удивительно, почему мы на дерево не можем забраться. Ну да. Так, что-то тут какие-то мечи нарисованы. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Вау, вау. Так, уворачиваемся. Так, а вот тут у нас есть... Ага. Мы можем спрыгнуть на него. Но это шуму создаст. Кто? Что произошло? Ну ладно, кто-то его замочил, придется смотреть. Эх, жалко, что... Ладно, так.
Не будем нести ересь. Давайте, ну, о, лекарство. Максимум, давай, офигели. А, ну, ёпарсты. Когда не надо, блин. Ну, я надеюсь, оно откладывается как-нибудь там в запас. Нет? Не, не. Блин, ну зашибись. Лекарства одни. Так, что с этим? А, ну это просто осматривать без отмычек. Что тут у нас было? Сейчас лекарство напишут. 300 фэ. Ну круто. Значит, даже вот тут еще один есть. Вот тут, кстати, охранники, видимо, вокруг этих сундучков. Так. Не нафиг этих. Так, а тут где-то сундук есть сраный, да? Наверное, наверху где-то. Ага, хрен вам, да, называется? Я так понимаю... Да пошли в жопу, я даже не собираюсь. Бесполезно, 60 PS нету. Если даже выше были бы, и то лучше. 70-80 уже. Я разфигачил это стекло и все. Ой-ой-ой-ой. Вот это я зря. Магаз. Не, нам не нужен. А, ну все, погнали. Поплыли, точнее. Не, не поплыли, тут мост есть. Да, у нас здесь не открытая местность, карта, точнее. Так что давайте смотреть, где тут можно. Ну вот тут можно открыть, да? Это я так понимаю. Для того, чтобы открыть карту. Ну ладно. Эй, это мое! На помощь! Эй, люди! Вор! Гвардейцы! Ладно, пофиг. Тут по-любому надо оббегать их. Здесь хотя бы. Давай, быстрее уже. Тамплиеры и тамплиеры. Давай! Чё ты, не знаю, можешь зацепиться? Блин, в реальности такие оконные рамы, они бы просто оторвались. Погнали! Так, ну чё, смогу перепрыгнуть? О, да, смог. Там враждебная какая-то территория. Может быть, нам туда стоит даже пройти. Ну, сейчас нам понадобится. Так, а тут как? Спуститься-то можно? Я буду пройти, можно будет? Решила тебе помочь. О! С одним аптекарем я справлюсь. Да. Давайте поможем, что ли. Поглядите, как мы сидим. Нормально. Вот этого надо смотреть, что у него, может быть, что-то ценное. Там опять враги. Что нам с этого дали? Лекарство. Давай, офигели, лекарство мне тут впихивают, блин, мыло. Веер. Еще что-то, наверное. Приветствую. Не могли бы вы мне... Ну, как всегда. Браво. Стой. Черт, а ну верни! Погнали. Подожди! Стой! Так. Не надо! По ногам надо было ему стрелять. Офигеть, гад. А что это было, кстати? Что-то не похоже на бомбочку. Но мы по-любому должны догнать. Он 36 метров, стандартно. Ответь на мои вопросы! Я пришел у тебя пилюлик купить, ёпрасты, давай. Нет, ты меня не собьешь. Быстрее, быстрее, пожалуйста, беги быстрее. Ты же так медленно бежишь. Ну, откуда у него столько дыма? Черт, а, я потерял. Блин, куда идти? Куда, ёпта, идти? Где он? Я даже его не вижу. А, он где-то здесь типа спрятался. Да и что ты делаешь на стул, блин, забрался? Красавчик вообще. Подожди! Стой! Ты козел, а? Да что ж ты делаешь-то? Я не это хотел сделать. А, ну хотя нужны это. Да,
Да лезь ты вперед, ну лезь! Ой, почему он не лезет? А, пипец, там стражники. Ответь на мои вопросы! Что это было? Я что-то собрал, походу. Да куда ты, ёпта? Я манал. У меня уже палец болит от того, что я shift жму так часто. Честно, уже неприятно даже. Ну, я удивляюсь этому управлению. Ладно, насрать. Ну, беги ты! Чё ж ты такой тормозной-то? Подожди! Стой! Побежал быстрее. Во-во-во, он тут! Как же его перехватить-то? Давай, пожалуйста, давай. Ну! Ёб, давай! Нет, нет, нет! Блин, такой шанс был, я его просрал. Ну, зашибись. Пожалуйста, пожалуйста, давай. Здравствуй. Просто потрясающий шанс был. Давай, прыгай, во! Блин, за нами там кто-то гонится, нет? Не, я пофиг. Так. Прошу, я никому не сказал. Я сделал, как просили. Что ты там бормочешь? Вы же от того другого, да? В капюшоне. Расскажи-ка мне о нем. Кто он? Не знаю. Я не видел его лица. Грозился убить, если я не дам ему яд. Вот я и помалкивал. Запасы у меня были совсем небольшие. Он забрал все и сказал, где оставить вторую дозу. Вторую дозу? Вот. Это все, что я знаю. Клянусь. Иди прочь. Будешь рассказывать эту историю своим внукам. О, это как тут оказалось. Ну? Ты права. Он продал яд убийце. Человеку в таком же капюшоне, как у меня. Что ж, в хорошей истории все сложнее, чем кажется. Если в Ордене есть предатель... Ясно, почему убийца подставлял меня. Вот, сюда аптекарь доставила Канит. Так чего мы ждем? Угу. Подъемник использовали, а я не хотел. Так. Всё. Награда 1400. Фига, нормально. Сколько у нас получается же? Офигеть, 2000, нормально. Так. Куда нам надо-то сейчас? Ой. Чё за фигня? А, ну вот, всё. Ну? Глянем сейчас. Где у нас следующий взгляд? А, ну вот он далеко достаточно. Ну, пипец, что я могу сказать. Мне не в магазин, мне вот сюда надо. Да чё ж ты делаешь-то, а? Показать. Это не быстрое перемещение или чё это, не пойму. Во, всё. Да. Естественно. Сейчас заодно там осмотрительную вышку эту, смотровую вышку, я не знаю, как это сказать правильно, я не помню, как она называется. Ну, в общем, там, где сейчас нарисован орел, ой, или что-то, птичка какая-то, сейчас отправимся, наверх сам и залезем, посмотрим оттуда. Так, а где это у нас? Ну, далеко. А, ну вот тут есть. Сюда и отправимся сейчас. Так, ну что, прыгать сможем? Да, сможем. Да это в реальной жизни, сами знаете, невозможно. Это просто бред. Блин, да сколько их тут, офигеть. Ну тут вода, да? А, нет, просто какой-то спуск.
Так. Ну что же. Сейчас мы захватим вышечку. Ну, конечно, не захватим, я имею в виду. Отхватим. Блях ты, муха. Вот что он делает, объясните мне. Вот, наконец-то. Так, как тут лучше-то? Ну, вот сейчас здесь заберемся, я уже вижу даже где. Специальная лесенка для ассасинчиков. Для таких прыгунов, как мы. Так. Так, а тут какой-то сундук. Только я не знаю, где он. Ну, по-любому, внутри там где-то. Ладно. А что это они мне ничего не сделали? Да уйди, старая корга. Так. Так, а вот тут тоже сундук какой-то. Блин, ну где они? Я не знаю, наверху что ли? По-любому внутри где-то там. Да, еще. Да, он наверху. Нормально. Сейчас глянем, что там у нас. Сколько дадут? 350. Ну, вообще шикарно. Чего их раньше не открывал? Так, как нам лучше-то добраться? Поверху или все-таки по земле, как простые смертные? Да ладно, погнали. Я уже даже вижу, вон точка эта. Башня. Здоровенная. Взаимодействие сейчас не будем. Там еще сундучок, я вон вижу. Итого у нас уже 2400. Ну, вроде неплохо. Достаточно. Побежали. И тут сундучок где-то. А, ну вот прям здесь, да, где-то. Видимо, в здании. Так. Так, так, так. По веревочке по этой забираемся. И сейчас, наверное, наверх, да? Или нет? Блях ты мух. А, ну она дальше там. Где она, кстати, эта башня? Так, немного не туда. Давайте. Давайте сейчас направо заберемся вот здесь вот. Внимание, запретная зона. Ну, насрать, в принципе. Мы тут ненадолго задержимся. Почему-то она голубым. Обычно вроде красным. Ну, ладно. Может быть, красным, когда мы будем вторгаться туда. А, стоп, подожди. Так все правильно. Да, вот эта точка. Значит, нам сюда. Пипец вообще. Зачем я сюда пришел? Тут сено есть. Походу, это где-то над нами, да, вот там, наверное, раз здесь сено. Это сундук где-то. Там наверху, ну, нам туда и надо как раз-таки. Вот сейчас бы я взломал, сейчас у меня 60 FPS. Скатывайся. С горки. Ну, давай. Сотку дали всего. Да вы офигели, что? Что так мало-то? Давай, 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 лезь. Так, а куда здесь? На самую пику, что ли? Да не, не может быть. Наверное, вот здесь где-то. Сейчас, сейчас, сейчас. Во-во-во-во. А, нет, подожди, куда лезть-то, я не понял, правда. Неужто на самый верх? Во! Вот это офигенно! Да. Ну, так все в тумане. Эх!